смотри на мир, смеясь сквозь призму ярких слов. А кто всегда кумир? Театр — это больше, чем любовь. В роли не жалеешь сил и без прикрас. Авторами жду ты поплатил. И снова фестиваль, кроме прочь, печаль большая.
Здравствуйте, дорогие друзья! От всей души приветствуем участников и зрителей 28-го фестиваля театральных премьер «Чародей собирает друзей». Как быстро пролетело время! Казалось бы, только вчера открывали фестиваль и... смотрели яркие визитки наших участников, а сегодня... наступает момент, когда мы расстаемся с участниками на целый год. Но мы обязательно встретимся ровно через год на 29-м фестивале театральных премьер «Чародей собирает друзей». Все коллективы, выступающие на этой сцене, были красочные, яркие, интересные. Оригинальные. Среди наших участников нет победителей в какой-либо номинации. А также нет и обладателей гран-при и призеров. Так как вы, наши участники, уже являетесь победителями. Ведь вы любите то, что делаете, и отдаетесь этому целиком и без остатка. И каждый из вас достоин наивысшей оценки. Ни один из коллективов, принимавших участие в фестивале, не уедет с фестиваля без дипломов и подарков. Ну а для вручения дипломов и подарков приглашаем директора культурно-досугового комплекса «Кайдакской», режиссера Народного театра «Чародей» Олега Анатольевича Клементьева. Дорогие, любимые, самые лучшие театралы, которые побывали здесь, на нашем празднике. Это был действительно удивительный праздник. И принимало участие 32 коллектива. При этом здесь же были и чтецы, и поэты, и театры, и даже необычные коллективы хореографические. Поэтому сегодня, я думаю, все получат эти замечательные статуэтки. Видите, как они отсвечивают от рампы. Итак, фестиваль, увы, завершен. Но это не значит, что мы его закончили. Мы его продолжаем. И сегодня, когда собрались режиссеры, мы поговорили и решили, что будем проводить мастер-класс в мае месяце. И в мае месяце один из коллективов, уже первый, начнет работать вместе с нами и будет принимать участие в наших спектаклях. И нам очень приятно, а ведь каждое воскресенье в 12 и в 16 часов Народный театр «Чародей» играет спектакли здесь, на этой сцене. И я думаю, что на протяжении года мы будем приглашать вас принять участие в наших платных спектаклях. Вы согласны? Тогда фестиваль будет круглогодичным. А в следующем году, в марте месяце, мы обязательно встретимся и проведем новый, уже какой, 29-й фестиваль, который действительно нам запоминается. И я бы очень хотел, чтобы в следующем году мы все видели друг дружку, смотрели спектакль и учились друг у друга. Ведь у нас есть чему поучиться, правда? Ну и так, я думаю, приступим к награждению. Итак, для вручения диплома 28-го фестиваля театральных премьер «Чародей собирает друзей» мы приглашаем на эту сцену музыкальный театр «Волшебный мост». Руководитель Наталья Миронова и Татьяна Панченко. Театр студия «Карамелька», руководитель Людмила Журавель. Награждается театральная студия «Чудасики», культурно-танцевальный комплекс, деловой комплекс «Кайдакский»,
руководитель Раиса Науменко и сын Светлана Антонова. Мы поднимаем к небу глаза, как мне упало.
продолжаем чествовать участников фестиваля. Награждается театральная студия Dance Vision Studio. Руководитель Анастасия Волтерс. Dance Vision Studio, встречайте! Награждается музыкальный театр «Аматорас», детская музыкальная школа номер 15, руководитель Марина Пипикова. «Аматорас», браво, браво! Грустнее, грустнее, поддержим участников! Театр-студия «Мы», городской детский молодежный центр «Город Днепр», руководитель Ирина Миневрина. Миневрина! Руководитель Ирина Миневрина, театр «Мы». Досугового комплекса «Кайдарский», руководитель Галина Герчишина, Наталья Веброва. Награждается театральная лаборатория «Без кулис». Коммунальный захват ТМР, Гайдаровец, руководитель Олена Оксень. Аплодисменты! Еще на небольшую паузу и пригласим на эту сцену Art Dance с номером «Солнечная Африка». Thank you.
награждение участников фестиваля «Чародей собирает друзей». Награждается детский театр танца «Артенс», руководитель Олеся Печерска. Театр танца «Танцевальная феерия». Город Днепр. Руководитель Наталья Радченко. «Танцевальная феерия». Награждается театр танца «Позитив». Руководитель Наталья Радченко. Театр танца «Позитив». Награждается театральный коллектив «Основы актерского мастерства». Руководитель Наталья Бондаренко. Театр эстрадных миниатюр «Интермедиа». Городской дворец детей и юношества, город Днепр. Руководитель Анна Киселева. «Интермедиа». Мы вручиваем непременно диплом и статуэтку руководителю. А сейчас награждается литературная студия «Откровение». Городское гражданское объединение инвалидов Днепра. Руководитель Дея. Дея Тененбаум. Встречайте! Дорогие ребята, вы заметили, что мы старались очень быстро и интенсивно закончить наше награждение. А почему, как вы думаете? Потому что вас ждет праздничная дискотека. И буквально через 5 минут наши звукорежиссеры подготовят все необходимое, чтобы в нашем праздничном фойе вы могли отдохнуть и потанцевать. А после этого в 16 часов наш основной состав Народного театра «Чародей» приглашает на спектакль, который называется «Солнышко внутри». Этот спектакль мы посвящаем всем участникам нашего фестиваля. И вот фестиваль, увы, подошел к концу. Прощай, фестиваль 28-й. И да здравствует новый фестиваль в следующем 1918 году, который пройдет уже 29-й раз. Итак, до встречи, фестиваль!
слышу. Рот закрыла. Да нет, да.